Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Ютаро 365. С вами я, Таролог Юлия. Мы встречаемся с вами, как всегда, на моем канале на YouTube. Дорогие мои, сегодня я хотела бы посмотреть для вас расклад, что он от вас хочет в данный момент, вот прямо сейчас. Чего ему надо от вас, да? Что он хочет вообще? Давайте же, конечно, как всегда, начнем расклад того, что я посмотрю сигнификацию ваших отношений. Что у вас сегодня происходит, мои хорошие? Что у вас сегодня происходит? Я бы сказала, что не происходит особо ничего такого, чтобы можно было сказать, что что-то происходит особое, да. Я не вижу каких-то изменений, действий ни с вашей, ни с его стороны. Сейчас больше можно назвать отношения молчанкой. Молчанка, когда оба молчат, оба не пытаются заговорить друг с другом, нет попыток наладить общение, пойти навстречу. И, в общем, все в этом роде связано. Ну и, конечно, я бы сказала, что вы, конечно, женщина пентакливая королева, вы достаточно ресурсная дама, вы сейчас ощущаете себя в ресурсе. Мужчина вас видит в ресурсе, понимая, что вы сейчас многое можете, многое умеете, и, в принципе, без него неплохо достаточно справляетесь. Вы мне идете больше сейчас сильно, чем слабо. Я бы сказала, что вы даже, наверное, для него как бы как удивление, да, о том, насколько сильно вы стали самостоятельной и очень такой ответственной, взяли за себя, да, ответственность за свою жизнь. Такой уж он вас сегодня видит, девчонки. Эх, у тебя сиськи! Ой, мам, так хочется быть красивой. Я бы тогда за всех обманутых девчат отомстила бы. Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так остолбенеют, а которые послабее так и падают, 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 и сами собой в штыгля укладываются. Вот. Я, конечно, еще хочу сказать то, что есть безумная тяга к вам, у мужчины. Тяга не только эмоциональная, но и тяга сексуального характера. Я бы сказала, что в отношениях, кроме стагнации, еще что происходит и тяги сексуального характера, здесь происходит момент несбывшихся ожиданий. Сейчас, как знаете, как сосуд, который наполнен не тем, но ожидания были о том наполнении, о котором так хотелось, так мечталось, но вдруг выяснилось, что сосуд этих отношений наполнен не тем, что в этих отношениях достаточно много разочарований и боли, в этих отношениях достаточно много того, что было скрыто, того, что было удержано, упрятано от вас. Мужчина вообще достаточно сейчас в нижней чакре идет мне. Я бы сказала, что у него сейчас желание низменного характера. Очень хотелось бы сексуальных утех, какое-то желание дикое у него к вам. Очень хочется прям ощущать вас и то, что будоражит этого мужчину. Вот все, что касается этого, это ваш запах, ваш парфюм, то, как вы идете, какие у вас волосы, как вы ведете бровью, может быть, как вы смотрите на него. Какие-то очень сильные моменты, которые будоражат этого человека. Я бы даже сказала, что здесь какое-то немножечко сексуальное, как бы вплоть до, знаете, немножко как извращения какого-то. Вот. Петр Иванович Бубликов, начальник отдела общественного питания. Может быть, поэтому он такой упитанный. Так мне здесь идет у человека прям сейчас какая-то похотливая нужда прям, знаете, падает. В какой энергии сегодня пришли на расклад конкретно вы? Давайте посмотрим, в какой энергии вы сегодня ко мне пришли на расклад. А вы не собираетесь ничего по поводу этих отношений уже предпринимать. Я бы сказала, что на самом деле вы уже
Действительно, в самом деле, для себя давным-давно девочки тут все решили. И вы пришли на расклад просто для того, чтобы убедиться в правильности своих действий, либо просто хотите хорошего качественного общения и понять, что все так и есть, как вы делаете. Да, действительно, то, что вы к нему не действуете, это очень правильная позиция ваша. Здесь по повешенному я могу сказать однозначно, что вы себя правильно ведете, абсолютно точно, верно. Я не сказала бы, что здесь какие-то есть у вас моменты, связанные с тем, что вы слишком уж счастливы, я бы тоже такого не сказала. Есть, знаете, моменты перемен и нестабильные моменты. Почему? Потому что у вас немножечко волнами, да, то накатывает, то отпускает. Вот так я бы сказала на данный момент времени. Также я точно могу сказать, что вы хотите держаться от этого мужчины подальше и делаете для этого все возможное и невозможное. Смотрите, что у меня тут. Что-то тут у меня, да? Делаете все возможное и невозможное, девчонки. Слушайте, ну вот как всегда, да? Сделаешь прическу, красиво оденешься, и какая-то хрень как вылезет где-то. Так, ну что, нормально, девочки? Нормально вроде. Значит, едем дальше, да? Благополучно. Едем дальше, продолжаем. Я хочу сказать, что вы на правильном пути. Вы готовы и уже, в принципе, стартанули с этим мужчиной расстаться. Вы, в принципе, уже больше готовы, чем не готовы. И готовы сейчас вы на максимум от того, что было раньше. Если раньше вы еще как-то за него держались и, знаете, роптали, еще было очень тяжело все-таки от этого человека избавиться вам, то в данный момент времени гораздо проще, легче, и вы вообще сейчас переоценили всю ситуацию, вы понимаете, что вы чересчур уж много вкладывали, слишком. Кроме того, вы, конечно, я понимаю, насколько здесь просто душевная дыра на данный момент, грубо говоря. Здесь человек настолько вас разочаровал, вы даже не представляли, что в жизни такое с вами может вообще случиться. Вот как у меня здесь идет. Что еще? Что еще мне скажут карты? Что еще скажут карты про вас? Да, у вас разбитое сердце. Вы абсолютно точно знаете, куда и в какую сторону вам, в каком направлении нужно двигаться. Вы не будете уже, девочки, здесь размениваться по мелочам. И правильно сделаете, абсолютно правильно. Кстати, по поводу правильности принятия решений. Очень многие писали, что расклады помогают принимать решения. Я на самом деле с этим очень согласна, потому что, когда вы смотрите расклад, вы можете выщипнуть свою информацию, которая вам подходит, и вы можете спокойненько себе с открытой душой поступать так, как вам выходит, так, как вы считаете нужным. Вам не надо больше волноваться о том, правильно вы поступили или нет, вы просто можете подтвердить, да, то есть называется «познай себя», что такое Таро, да, то есть вы можете подтвердить свои действия, понять, насколько это правильно или неправильно, да. Итак, смотрите, у меня тут карточка выпала какая-то даже. Что он хочет от вас прям вот в данный момент? Что ему вообще от вас сейчас нужно? Что он хочет от вас сейчас? Ох. Это человек, в принципе, который очень сильно любит получать ресурс. Он любит брать охапками, торбами, сумками, ящиками, вагонами, вообще эшелонами, просто вывозить энергию у людей. Это вообще человек, который питается энергией других людей. Он любит, чтобы его любили. Чего он хочет? Любви, девочки. Любви он хочет. Он хочет любви. Он хочет здесь ласки. Он хочет все равно оставаться в своей двойственности на выборе. Он не хочет принимать решения. Он хочет хотеть.
хотелки. Понятно, да? Значит, кроме того, здесь сексуальные, как я уже говорила, низменные желания, они здесь просто какие-то колоссальные и просто в каком-то объеме непонятно, откуда у него столько сейчас такой сексуальной силы и тяги. Мужчина за вами следит очень пристально и постоянно, знайте об этом, узнает о вас, как у вас дела, чем вы живете, как вы живете и с кем вы находитесь. Конечно, очень сильно его поддергивают, подстегивают ваши прохладные действия. Конечно, однозначно, это человек, который хочет оставаться в том положении, в котором он есть. Он хочет, знаете, я же говорю, пример про приключения Шурика. Можете идти по шоссе прямо и не сворачивая, да? Ну вот то же самое здесь. Делай так, как я тебя прошу. Или не надо ничего. То есть вот такой мужчина. Или так, как хочу я, или не надо ничего. Ну вот в буквальном смысле слова, да, и по правосудию, конечно, ему хочется, чтобы правда была на его стороне. Прав он, не прав он. Это человек, который хочет, чтобы он все равно был прав. Вот здесь насколько эгоизм у человека, да, просто заоблачные карта мира. На дне колоды это просто все вот то, что я сейчас сказала. Его вот эти хотелки, да, они ведут его просто в деструктив, потому что он хочет слишком уж, знаете, многого. На мой, во всяком случае, да, скромный взгляд, тарологический такой, пристреленный, понятно, да? Еще что он хочет от вас сейчас? Чего ему от вас нужно? Что он хочет? Он хочет, чтобы вы прощали его, прощали, позволяли, разрешали, чтобы шли на уступки, чтобы были меньше. Это человек, который вообще любит, когда ему уступают. Это человек, который привык, которому вот всегда все уступают. Какая-то всегда дорога для него везде, он везде какой-то welcome, все рады его видеть везде. Я уж не знаю, что за человек. Но во всяком случае он любит, чтобы он всегда был на коне, чтобы к нему прислушивались, чтобы к нему была женщина привязана и достаточно сильно, чтобы женщина была, ну, с такой очень даже потребностью в нем, чтобы он в жизни женщины, да, был как бы прям такой, прям, знаете, сам себе рулевой, скажем так, да. Еще что хочу сказать, мужчина, который сейчас очень хочет активничать. Я же говорю, тут у него жезл встал, пулемет готов, что называется, к выстрелу. Далее, момент, знаете, какой-то обиды на вас. Обиды, такой характер, как будто вы не дали. Вот знаете, вот последний какой-то рывок, где он хотел еще хапнуть очередной раз, и вы не дали. Но вот он хочет забрать это, он хочет взять, он хочет, почему нет, почему не было вот этого последнего такого, скажем так, ресурса. То есть как это так, что закрылась, как бы, знаете, вот эта коробочка музыкальная, где балеринка вот так вращается по кругу, и она как бы ничего не меняется, понимаете, в этой коробочке всегда она танцует в любом случае. Неважно, что происходит в комнате, вокруг нее балеринка на шкатулочке, она танцует себе, понимаете, под музыку. А здесь вы, конечно, не стали танцевать ему канканы, не стали с бубнами эти песни, пляски, ансамбли вот эти устраивать. Ну и правильно сделали. Королева мечей. Вы подостыли, он прекрасно понимает, что сейчас вы ни на какие вот эти вот действия, ни на какие почему-то уловки вы не идете. Ну почему? Вот очень удивительно, да? Он все еще надеется на шанс от вас. Который расклад мне идет мужчина, который очень сильно надеется, что он еще ничего не потерял, у него все только впереди. Прям вообще герой-любовник, девочки. Ой. Знаете, человек финансово сейчас очень сильно потерял. Такое впечатление, что вы как муза для него, да? Вы как бы его ведете за ручку по жизни. Он получает вот эти какие-то финансовые, какое-то развитие. Где-то кто-то, может быть, даже деньги мужчине одалживал. Вплоть до такого бывает.
То есть здесь мужчина этот надеется, еще посматривает, может быть, одолжить еще. Если не одалживал деньги у вас, то мужчина, который вообще, кстати, даже жалеет о том, что он на вас потратил, что он вложил. Такой, в общем, скуповатый, если мягко очень сказать. И, конечно, по правосудию, я же говорю, его судьба сейчас тут подвешивает за хвостик, девочки. Вы должны понимать, что сейчас мужчина оказался, он лишился всего, в буквальном смысле слова. Что вы себе просто понимали, что тут делается в этой жизни, да? Еще чего он хочет от вас? Что ему нужно от вас? Что вы были его императрицей? Чтобы вы были, девчонки, многие мужчины здесь хотят, чтобы вы были женщины по его судьбе, чтобы вы всегда присутствовали в его жизни. Неважно на каких условиях, неважно где, как и когда, но вы должны быть. И по факту, потому что он мужчина, он хочет, чтобы вы всегда были с ним. Он, кстати, вас воспринимает как часть своей судьбы. Он воспринимает вас, как будто это еще не законченная история, что еще как бы есть какой-то шанс здесь на продолжение отношений. Но, конечно, если только вы здесь по королеве жезлов придете и проявитесь сами. Далее я скажу так, что мужчина этот, конечно, из вашей жизни никуда уходить не хочет. Сейчас он, конечно, на расстояниях, может, даже совершенно вот категорично как-то он ушел, но во всяком случае я здесь не вижу мужчину, который будет прям как-то уж супер-пупер как-то от вас навсегда отрываться. Либо это постоянный поток мыслей, это же тоже ему никто не запрещает, правда же? Либо это постоянное присутствие в вашей жизни, приезжание, уезжание, прихождение, выпил повод прийти. Понимаете, ну вот как-то так, да, или там все плохо, помоги, или там поддержи, ой, у меня там такой момент. Ну вот понимаете, придет не тогда, когда у него все хорошо, а тогда, когда у него все очень худо даже. И, конечно, он хочет, чтобы действовали в основном вы, чтобы вы брали на себя основной удар, основную тяжбу этих отношений, чтобы вы вели его по этой жизни, чтобы... Я же говорю, тут очень обиженный мужчина, девочки. Тут мужчина, которого просто выгнали поганой метлой, скажем так. Он здесь чувствует себя очень не в удел, чтобы вы понимали. Я хочу посмотреть совет от карт для вас. Эти отношения, они у вас идут по дьяволу, это привязка. Привязка здесь мысли и потока мужчине мысленный не проходит, не заканчивается совсем. И я хочу сказать, что это вам кажется сейчас, что вы сильно-сильно любите. Вы либо осознаете позже, либо уже осознали, что тут больше какая-то привязанность, чем реальная любовь. Что вы просто, ну, попали на привязку натуральную, самую обычную, да. Также я хочу сказать вам, что здесь очень сильно он сейчас в чувствах к вам. И если мужчина проявится, очень с холодной головой поступайте, взвешивайте каждое его слово, смотрите на действия, а не на его слова, да. То есть меньше слушать, больше включать режим наблюдателя. И по правосудию, конечно, здесь главное не попасть еще в уроки, девочки, потому что я думаю, что вы уже тут научились ого-го, поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны с данным человеком. На этом у меня сегодня к вам все. Спасибо большое, что вы пришли сегодня на канал. Обязательно подписывайтесь на мой второй канал Ютаро 365. Нет, не 365. Вы уже на канале Ютаро 365. Подписывайтесь на мой второй канал Ютаро Лайв. Я вас там всегда очень жду. У нас очень интересные прямые эфиры. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.